в среду. Лишь бы твой ветеран не облажался. Давай, Рогдай, не подведи. Верный напарник всегда готов прикрыть спину. Но потеря близкого друга похожа на страшный сон. Опять тебе Рогдай снился? Я не могу видеть, как ты мучаешься. Может, тебе другую собаку взять? Не, Рогдая никто не заменит. Казалось бы, никто не может излечить боль утраты. Послушай, может, ты возьмешь ее к себе? Это что? Это маленький сюрприз. И лишь пройдя через огонь и воду, можно стать крепкими друзьями. У тебя травма позвоночника. Эту работу тебе придется оставить. Владимир Епифанцев и Ирина Лачина в многосерийном фильме «Собачья работа». В среду на ТВ-Рус.